Вопрос обоим министрам. Азербайджан до сих пор не выполнил 8-й пункт заявления 9 ноября, согласно которому должен был состояться обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех». Фактически, азербайджанская сторона препятствует воплощению в жизнь договоренности по столь важному вопросу, которое могло бы способствовать созданию определенных предпосылок для обсуждения остальных вопросов. В конце концов, как вы видите решение этого острого гуманитарного вопроса, который принес страдания стольким армянским семьям? Ну, если быть точными, то в заявлении 9 ноября речь шла об освобождении военнопленных, которые находились в плену на тот момент. Сейчас азербайджанцы удерживают значительную часть группы армянских военнослужащих, которые оказались там в конце ноября, после того, как заявление вступило в силу и как была достигнута договоренность в этом заявлении о прекращении любых враждебных действий.